Серег, сколько лет, сколько зим. Привет рабочему классу, Петрович. Ну что, рассказывай, как дела вообще? Как жонка дома, нормально все? Смотрю, дубленку новую взял. Да это сын с Москвы передал. Ты знаешь, он там сейчас в Москве там сидят, там у них бизнесы там. Деньги только считают. Да, конечно, Серег, они в этой Москве только о деньгах о своих и думают. Мой, блядь, он на днях мне звонит, говорит, бать, давай я тебе крузака 200-го пригоню. Блядь, иди в пизду со своим крузаком. У меня вон стоит шестерка, я и буду на ней ездить. Правильно, Петрович, вот эти вот все крузаки я тоже своему сказал, не надо, даже не бери. О, а что у тебя на шестерке капот открыт? Что, опять сломалось? Да надо в свечи залезть, посмотреть, почистить, она что-то потраивать начала. Да опять ты за старая, да какие свечи? Здесь же видно, что карбюратор, ты ехал, я слышал, что карбюратор здесь. Ой, блядь, началось, Серег, в пизду, моя машина, я, наверное, лучше знаю. Петрович, ну что ты психуешь опять? Я ж как лучше хочу. Я же, вот ты знаешь, я у них на заводе полжизни отработал. Серег, блядь, ты у них охранником работал? Ну я же там видел, как все делается. Ой, сейчас с тобой спорить вообще бесполезно, после обеда посмотрю, пошли покурим.